Будут ли восстанавливать здание Крокус Сити Холла после пожара, рассказал сын владельца Крокус группы Мин Агаларов в интервью телеканалу «Россия-24». Не определились, и я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей с нашей страны, что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я на этот вопрос считаю, что ответить не могу самостоятельно, но это достаточно преждевременно. Ну а после трагедии в Крокусе без работы остались около 300 человек. В компании обещали найти для них места на соседних объектах, которые не пострадали.